Красногвардейском учителя вновь сели за парты. Уроки для них проводят коллеги со всего Петербурга. Список тем разнообразен, от быта Древнего Рима до размышлений о том, как стать пророком на часе литературы. К примеру, 166-я гимназия презентовала бинарные уроки. Их ведут сразу два учителя, умещая в 40 минутах материалы по математике и истории города. Мы должны давать ученикам знания целостные о природе, об обществе, о человеке. И вот попытка соединить несоединимое, это позволяет расширить кругозор. За два дня, что длился фестиваль, учителя не только побывали на интересных уроках, но и провели 36 мастер-классов для коллег. В этом году своим опытом с петербуржцами поделились также педагоги из Ялты и Симферополя. У наших педагогов появляется возможность, как говорится, сверить пульс, в каком направлении они работают, так ли у них в ритме стучится сердце, могут ли они воспринимать и использовать те практики, которые используются в целом сегодня в педагогическом сообществе. Кроме того, фестиваль дал старт конкурсу педагогических достижений в Красногвардейском районе. Участвовать в нем смогут специалисты, проработавшие в школе больше одного года. Учителям предстоит провести открытый урок и презентацию. Имена победителей назовут весной.